Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Huawei Nova 12S, и сейчас я покажу вам, как получить доступ к настройкам разработчика. Итак, открываем настройки. Далее я прохожу в раздел о телефоне и выбираем здесь версия ПО. Вернее, не выбираем, а нажимаем несколько раз. Нам пишут, что мы уже разработчик. Переходим в раздел «Системы и обновления». Здесь у нас есть раздел для разработчиков. Можем перейти в него, ознакомиться с настройками. Если вы захотите выключить данный раздел, убирайте галочку вот отсюда, и он исчезает из настроек. На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.